Праздник весны труда отметили в Свердловской области. На Екатеринбург-арене на первомайский митинг собрались около 1000 человек. Это работники предприятий, общественники и члены профсоюзных организаций. Из года в год этот праздник для меня очень важен. Еще в детстве с родителями выходил на все демонстрации. Видно вот это сплочение народа, то, что вот этот праздник соединяет. И несмотря на ненастную погоду, все счастливы, все радуются, и это прекрасно. Мы вообще-то старшее поколение. Мы всегда ходили на первомайскую демонстрацию с детства. И поэтому сегодня мы, конечно, пришли поддержать наш родной Дорпрофсоюз и принять активное участие в этом мероприятии. Здорово! Мы как в молодости пели, веселились. Здорово вообще! В этом году первомайский митинг приурочили году семьи в России. С праздником всех собравшихся поздравил губернатор Евгений Куйвышев. Глава региона отметил, что свердловские заводы выпускают востребованную продукцию. В минувшем году на Среднем Урале было создано порядка 30 новых производств и более 2500 рабочих мест. Также в праздник весны и труда Евгений Куйвышев провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Основной темой для обсуждения стал вопрос повышения зарплат и улучшения условий труда работников Среднего Урала. Важно сохранить трудовые коллективы, важно сохранить стабильность в регионе. И я вам скажу, во многом, благодаря работе наших профсоюзов, здесь и устойчивое развитие, и повышение заработной платы, и, безусловно, сохранение трудовых коллективов.